Песня и хорошее настроение прекрасно помогают даже в самых трудных ситуациях. Понимая это, в Уральск приехали звезды казахстанской эстрады, чтобы поддержать и тех, кто пострадал от паводка, и тех, кто активно готовится к приходу большой воды. Все подробности далее. В эвакуационном пункте, который расположился во втором доме студентов Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жанкирхана, насчитывается 530 человек. Из них почти половина – дети. Они обеспечены всем необходимым, включая предметы быта, продукты питания и другое. Детей вот развлекаем, проводятся онлайн-занятия. Университет предоставил компьютеры, интернет, ноутбуки для преподавателей, организовали комнаты отдыха для развлечения детей, чтобы дети в свободное время не бегали по улице, а именно игрались. И в этом большая работа проводится волонтерами нашего университета. Вчера они собирали большие концертные залы, а сегодня их сцена здесь. Благодарные слушатели находятся прямо перед ними. Более того, артисты сами примерили на себя роль добровольцев, наполняя мешки песком. Все мы один народ. Мы понимаем, что каждый из нас может попасть в такую ситуацию. Сейчас особенно важно друг друга поддерживать и помогать, кто чем может. Кто-то помогает вещами или деньгами, кто-то взял в руки лопаты и делает все, чтобы не допустить прихода большой воды. Главное сейчас это объединиться, чтобы в трудную минуту поддержать друг друга. В Уральске на сегодня больше 20 эвакопунктов, и для их постояльцев важно не унывать. Артисты выступили перед ними с небольшой программой, а также призвали к единству, ведь вместе мы – сила. К нам приехали артисты, спасибо им. Настроение у нас поднялось. Вещи с собой привезли для наших детей, внуков. Помимо миссии нести искусство в массы, звезды эстрады приехали в регион с еще одной, гуманитарной. 1500 семей они снабдили одеждой и продуктами питания. Накормили артисты и волонтеров, которые день и ночь работают над тем, чтобы спасти город от подтопления. От них была большая помощь. Самое главное, они привезли то, что просили люди. Около 500 семей получили от них одежду и многое другое, что сейчас им необходимо. Также звезды эстрады подарят жителям нашего региона 3 передвижных дома. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.